Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю полезный лимонад. Он очень вкусный, легкий и освежающий. Готовлю с лимонами и апельсинами. Обязательно его приготовьте в летнюю жару. Он так освежает, так бодрит. И также покажу, как использовать вот этот жмых, который остался. Потому что выбрасывать его, конечно, жалко. И вот, посмотрите, какая красота получилась. Можно сказать, буквально безотходное производство. Сделали лимонад, и можно сделать еще вот такой вкуснейший джем. Для рецепта мне понадобится 2 приготовления лимонада я предварительно в морозилке заморозила 1 лимон и 2 апельсина. Конечно, предварительно я их очень хорошо помыла. Замораживаем лимон и апельсины для того, чтобы они потом не горчили. Я их уже достала из морозилки. Они у меня разморозились. Разрезаю их на кусочки, чтобы легче было все измельчить в блендере. Измельчать буду в 2 приема, так как все сразу в чашу блендера не поместится. Выкладываю половину лимона и 1 апельсин. Добавляю 0,5 стакана сахара и 0,5 стакана воды. Хорошо все измельчаю. Полученную ароматную массу переливаю в сито. Измельчаю оставшиеся апельсины и лимон. Добавляю оставшийся сахар и воду. Снова все выливаю в сито. Хорошо все процеживаю через сито. Вот этот жмых получается сам по себе еще очень вкусный, поэтому я его переложу еще отдельно в миску и залью водой. Перемешаю, чтобы полностью растворился сахар. И снова эту массу солью через сито. Всего для приготовления лимонада понадобится примерно 3-3,5 литра воды. Итак, я отжала весь сок. В принципе, я даже отжимаю без фанатизма, потому что я хочу сделать из этого жмыха немного апельсинового мармелада. Его можно подавать к чаю. Смотрите, сейчас уже здесь у меня я добавила где-то 2 литра воды. Вот этот жмых, который остался, я перекладываю в кастрюльку. Если где-то вы увидели косточки, можно их убрать. В лимонад добавляю еще воду. Вот такой красивый лимонад получился. Попробуйте его на вкус. Если не хватает сахара, либо кислоты, можно добавить и сахар, и немножко лимонного сока. Для красивой подачи порежу еще немного апельсина и лимона. Выкладываю их в кувшин, добавляю лед и заливаю лимонад. Получилась просто невероятная красота. Такой легкий, освежающий лимонад. Как же его приятно выпить в жару. И также покажу, как использовать вот этот жмых, который остался. Потому что выбрасывать его, конечно, жалко. Во-первых, он уже без горчинки, что очень хорошо. Я в этот жмых добавляю 1 стакан сахара и провариваю. Получится такой очень вкусный мармелад, который можно использовать просто как варенье к чаю или приготовить с ним очень вкусный пирог. Например, песочный пирог с лимонной апельсиновой начинкой. Так, если здесь попадаются где-то косточки, их можно сразу убрать. Я провариваю этот жмых до загустения и до прозрачности. Примерно для этого понадобится минут 10-15. Постоянно все немного перемешиваю. Эта масса получается очень вкусная, ароматная. Абсолютно не горчит. Посмотрите, джем уварился, стал более густой и такой прозрачный. Кастрюлю снимаю с плиты. И вот посмотрите, какая красота получилась. Можно сказать, буквально безотходное производство. Сделали лимонад, и можно сделать еще вот такой вкуснейший джем. Дайте ему остыть и подавайте его к чаю. Это очень вкусно. А также с этим джемом можно приготовить великолепный песочный пирог. Использовать его в качестве начинки. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Изи Кук. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Друзья, приготовьте такой легкий освежающий лимонад в летнюю жару. Это очень вкусно и просто.